Мэнли, пожалуйста, мы можем поговорить наедине, только не здесь. Не называй меня Мэнли. Сможешь ли ты собрать для меня все номера пятничной презентации? Какой презентации? Эй, чувак, ты мне должен 50 баксов. Сможешь одолжить мне полтинник? Сегодня я сделаю важное объявление. Думаю, он собирается сделать меня менеджером по продажам. С гордостью заявляю, наш новый менеджер по продажам Макс Филлипс. Наша цель на этот месяц – 1 миллион долларов на продажах, или мы будем вынуждены убить вас всех. Лучше делайте то, что он говорит. Только у меня ощущение, когда он в этом кабинете, становится темнее. И холоднее. Смотри. О, блин. Я предупреждал, что хочу тебя. Я девственница. Ты лжешь. Нам нужна ваша помощь. Весь отдел превратился... Вампиры? Вампиры. Вампиры. Вампиры, да. Мы должны вооружиться. Нам нужно оружие. Я ждал, что ты скажешь это. Встреча отменяется. Мы проигрываем игру. Боже, это компания кровопийц. Кровососущие потомки.